У отдыхающих санатория Ясида появилась уникальная возможность разнообразить свой активный отдых, позаниматься на тренажерах на свежем воздухе в любое время дня круглый год. Приобретены и установлены на территории санатория современные уличные тренажеры с теневым навесом, которые стали еще и украшением территории. Тренажер шаговый, предназначен для развития мышц ног, таза и плечевого пояса. Имеет аэробную направленность, задействует мышцы и суставно-связочный аппарат нижних конечностей. Тренажер маятниковый, предназначен для коррекции фигуры в области талии, развития рук и плечевого пояса. Тренажер разгибания ног сидя с подвижной платформой. Используется для развития мышц передней поверхности бедра, квадрицепс. Тренажер жим от груди. Развивает большую грудную мышцу, малую грудную мышцу, трицепсы, переднюю часть дельтовидной мышцы, зубчатые и клювовидно-плечевые мышцы. Тренажер сведения рук с регулируемой нагрузкой в трех положениях. Служит для укрепления больших грудных мышц, плечевых мышц и бицепса. Тренажер степпер. Занятия на степпере позволяют хорошо проработать ягодичные и поясничные мышцы, а также переднюю и заднюю поверхность бедра. Тренажер твистер предназначен для коррекции фигуры в области талии, тренировки суставов ног и тазобедренного пояса. Велотренажер служит для укрепления сердечно-сосудистой системы, улучшает дыхательную систему, развивает легкие и диафрагму. Кроме вышеперечисленных тренажеров установлено спортивное оборудование, двойной турник. Предлагаем путевки, курсовки, тур выходного дня. Приглашаем всех желающих пройти курс оздоровления и лечения в санатории Ясида.